Доброе утро всем! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня 1 июня, такой у нас день, теплый, хороший, жаркий день. Очень жарко у нас, кстати. Хочу вам сегодня показать или вместе с вами испечь рецепт. Рецепт это я вам с этих мандаринок. Ну, можно и мандаринки, можно и другую ягоду, можно и замороженную ягоду. И очень хороший такой рецепт. И сверху, знаете что, яички белковые, наверное, крем сделаем. А то у меня только дачи, а эти рецепты забросила. Мне уже на работе говорят, где твои рецепты, говорят, ты только на даче без конца. Но я икру сегодня сниму. Вам очень такой хороший, его быстро делать. Я делаю такие, знаете, рецепты, чтобы было доступные такие. Чтобы все могли как бы вот это вот спечь, не сильно такие, как труднодоступные. Вот. Так что встретимся с вами. Сейчас я все приготовлю, сделаю и будем печь. Вот я все приготовила. Что надо? Сейчас я вам скажу, его очень легко делать. Это значит 3 яичка. Потом молока 2 столовые ложки, потом масло подсолнечное 0,5 стакана. Сейчас я вам расскажу. Потом 2 баночки это шлагзана, это значит сливки, это по 200 грамм, значит 400 грамм сливок. Это шпайзекварк, это значит растертый творог 500 грамм. Потом замороженная ягода. Что-то дети не захотели у меня с мандаринками. И мука. Мука тоже будете делать. Такая консистенция должна быть, знаете, как на оладушке. Вот такое тесто. Потом ванилин. Бак-пульва, это разрыхлитель. Вот. И 0,5 стакана подсолнечного масла, я уже говорила. Значит, взбиваем яйца. О, я сахар забыла. И сахар 0,5... Сейчас, наверное, возьмем, ну пускай будет 0,5 стакана здесь. Здесь стакан, пускай будет 0,5 стакана сахара. Значит, 3 яичка мы взбиваем с 0,5 стакана сахара. Хорошенько взбиваем. Добавляем ванилин. Потом добавляем эту шлагзаны, сливки, 400 грамм. Тоже взбили. Потом вот это вот полностью растертый сыр 500 грамм. Тоже взбиваем 0,5 стакана подсолнечного масла. Вот 2 столовые ложки молока. Хорошенько все взбили. Добавили стакан муки. Ну, смотрите сами, чтобы оно было такое тесто, как на оладушке. Вот. Потом, сейчас, значит, я протру вот такую вот у меня вот есть, где выпекать торты, куга, вот такое всякое. Вот я сейчас мажу подсолнечным маслом. И наверх сделаю... бумагу, ну обыкновенная бумага вот такая вот, чтобы там ничего не пригорело, то я потом его не вытащу оттуда. И все, когда я сделала тесто, сделаю тесто, вам покажу. И наверх я сделаю просто замороженную ягоду. Тут у меня голубика. Вот какой у меня тайк получился. Сейчас я размешаю. Я уже высыпала туда ягоды. Так вот возьму, чтобы удобно было. И все, его очень просто. Он, знаете, как получается, как творожный торт или по-немецки, как этот Кейзекухен. Цвет какой красивый. Это все, я сейчас все вместе высыплю и поставлю до готовности. Ну, он с Кейзекухен, он делается быстренько. Ну, наверное, может, пускай 25-30 минут. Я посмотрю, потому что я сейчас поставила на сильную духовку, а потом поставлю на медленную. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Это все я смазала маслом полностью до краев. Все смазала маслом. И сейчас я ее отправлю. Под низ подложила... папирусную эту бумагу специально для выпечки. И сейчас поставлю в духовку.
Посмотрите, какая красота у меня получилась. Сейчас я его вытащила. Он должен немножко застыть, потому что тут этот творог. Сразу его не буду, а то он упадет. Он уже немножко у меня тут упал. Вот. И наверх я сделаю цукапуду. Это сахарная пудра. Как только он остынет, потом я это все сниму и переложу. Всем пока! И большое спасибо за просмотр. Чусь!